Живем. Строим. Производим. Работаем. Мечтаем. Мы ищем новые возможности для развития. И находим их. Нижнекамск. Территория опережающего развития. Нижнекамск – третий по численности населения город Татарстана. Расположен на левом берегу Камы. Город стал результатом масштабной застройки левобережья с отделением жилых районов от промышленной зоны, которая расположена в нескольких километрах восточнее. Сегодня город – один из крупнейших в России индустриальных центров нефтехимической, нефтеперерабатывающей и энергогенерирующей промышленности, на который приходится 23% производимой в Татарстане промышленной продукции и около 30% экспорта. Нижнекамск входит в Камский инновационный территориально-производственный кластер Республики Татарстан и НАКАМ. В городе сосредоточено 18% основных производственных фондов Татарстана, представляющих базовые отрасли промышленности. С 2017 года в Нижнекамске действует особый режим ведения предпринимательской деятельности. Нижнекамск – территория новых возможностей. И статус ТАСР позволит нам задать новый импульс развития города, развития малого и среднего бизнеса Нижнекамска. Статус ТОСР позволяет резидентам получить 4 налоговых льготы. Налог на прибыль составляет 0% первые 5 лет и 10% в последующие. Налог на землю и налог на имущество – 0%. А страховые взносы в государственные внебюджетные фонды – всего 7,6% вместо 30%. Это законное снижение налогового бремени, благодаря которому резиденты ТОСР освобождают для своего развития до 46% собственных финансовых средств. Начинать проекты в перерабатывающих отраслях и производстве выгоднее резидентам ТОСР Нижнекамск. Для резидентов в городе созданы все условия для организации современного производства с нуля на территориях промышленного парка «Нижнекамск» и индустриального парка «Пионер». Нижнекамск – территория развития. Нижнекамск активно развивается. Уже сейчас это крупный транспортный и логистический узел с выходом на рынки Москвы и Санкт-Петербурга. Рядом речной порт и крупнейший в регионе грузовой терминал на реке Кама. Международные аэропорты Казань и Бегишево. Федеральная трасса М7 и высокоскоростная железнодорожная магистраль ВСМ Москва-Казань, проектирование которой уже ведется. Запуск высокоскоростного движения – это дополнительный, мощный стимул для экономического, социального и культурного роста региона. Нижнекамск – территория жизни. Город трижды удостаивался звания «Самый благоустроенный город России» в категории «Города с населением от 100 тысяч человек и более». Это один из спортивных центров Татарстана. В 2002 году Нижнекамск стал культурной столицей Поволжья. Для новых инвестиционных проектов Нижнекамск и соседние города станут источниками высококачественных трудовых ресурсов и ближайшим рынком сбыта с большим охватом потребителей. Только в Нижнекамске проживает свыше 237 тысяч человек, более 58% которых – трудоспособное население. Нижнекамск – территория бизнеса. Город открывает инвесторам перспективные возможности для развития новых видов предпринимательской деятельности в производстве и переработке. В рамках ТОСР утверждены 16 видов деятельности, включая производство мебели, напитков, одежды, продуктов, производство компьютеров, машин, оборудования и автотранспортных средств.
Создание ТОСЭР запускает дополнительное ядро экономики, которое становится фундаментом для создания новых производственных кластеров и толчком для ускорения социально-экономического роста города. Нижнекамск – территория успеха. 中俄友谊长存. От других территорий опережающего развития Нижнекамск отличают не только перспективные виды деятельности, но и более доступные условия входа в резиденты ТОСЭР. Пороговые инвестиции всего 2,5 миллиона рублей в первый год и создание 10 рабочих мест с последующим увеличением инвестиций до 15 миллионов рублей и созданием минимально 20 рабочих мест. Нижнекамск – территория будущего. Благодаря ТОСЭР в Нижнекамске запускаются в реализацию инвестиционные проекты, которые позволят создать 3000 новых постоянных высокотехнологичных рабочих мест. Привлекут инвестиции до 7,5 миллиардов рублей к 2027 году. Быть резидентом ТОСЭР Нижнекамск значит делать ставку на перспективное развитие и благоприятный инвестиционный климат. Выбирая Нижнекамск для реализации инвестиционных проектов, вы получаете отличные условия для ведения деятельности, недорогие трудовые ресурсы и государственную поддержку. Вы выбираете политически, социально и экономически стабильный город. Нижнекамск. Мы работаем. Мы живем. Присоединяйтесь. Нижнекамск – драйвер лидерства российской экономики в нефтехимическом комплексе. Точка роста энергетического и строительного комплекса Республики Татарстан с эффективным человеческим капиталом, с сильной экономикой и комфортной жизненной средой.